Привет, я Шок, и официально это первый ролик, который выходит на канале под названием Шок, не канал Шока. И, кстати, мы уже получили галочку, мы теперь не фейк. Какая ситуация сегодня будет в ролике? Я играл Faceit, все нормально, но есть одно но. Я играл на 360 Гц, большое количество Гц, большое количество денег вложено в это. А вот вопрос, большое ли количество опыта я получу из этого? Поднимется ли мой... Винрайт, поднимется ли мой КД благодаря такому быстрому изменению картинки? Сейчас мы это все увидим, поэтому я тебе желаю приятного просмотра. Только стоп, можно по-братски лайк? Давайте наберем около 17 тысяч лайков. 17777, именно такую сумму. Спасибо. Well done, guys. Это Б, это фаст Б. Это фаст Б, guys. Помогите, по-братски. Удачи, теперь. Да, удачи. Убили. Балконы форест. Лаз под... Окей, молодцы. Ладер, ладер, ладер. Ладер, guys. Еще один шорт, еще один шорт. На дефолте. На дефолте. Он кайфует. Кто это в меня стрельнул? Кто в меня стрельнул? Это Антика. Антика, да? Ну, хорошо, я запомнил. Нет, я никого... У нас импостер в команде. У нас импостер в команде. Наш раунд. Не он, давай берем. Ставлю. Убил его. Убил его. Убил. Аквариум. Убил аутсайд. И мейн. Все, лазбут. Хорош. Да, вылка уже вроде. Убил вылку. А куда он смотрит? Забей. Могут фаст. Оба, оба. Он возвращался... На камеру возвращался в радио. Бля, ну он стрим открылся. Не-не, ну это жестко очень. Рампы аккуратно. Убил рампу одного. Да, это фаст рампа. Двое, двое у меня. На, все на трупе последнем, вроде. Смотри, чувак! На широком, давай, сейчас разворот он будет делать. Вау! Возьми калаш, дай. А зачем меня флешку взял? Ты его сейчас промазал? Да, да. Чувак, а че у меня флешка? Я колесико тронул. И все, последнее. На сайте. FPL все-таки. Найс. Найс. Как хорошо сыграл Малик CS. Прямо сейчас я на джидропе и кручу прямо сейчас барабан бонусов. Каждое третье открытие кейса бесплатно в течение одного часа. Используя код CBRSK, я смогу прокрутить его еще раз. Вы также можете это все сделать. Два предмета в контракт мне падает, а ВП и МАК-10. Я открываю любой кейс и могу сделать контракт. 1750 рублей. Я продолжаю сделать крутую тему, поэтому я открываю нож Наваха Кровавая Паутина за 5900. Кстати, он неплохо выглядит. Да, это в минус, но он неплохо выглядит. Я его забираю прямо сейчас. Ну а если у вас не получаются дела в... кейсах, то вы можете зайти в контракты, либо в сражения, где вы также можете посоревноваться с друзьями, либо с игроками проекта. Ссылочка на джидроп есть в описании и на секретный код также. Этот, без головы рампа и лонг скаут. Скаут лонг. Как же ты хорош, Нилан, боже.
Well done, guys. Все, у вас бы. Все, не знаю, где поставить. Она не слепила его. Молодцы, ребят. Коннектор, убил коннектор. Убил шорт одного. Апарта бы один. Два. Уже на бэксайд, бэксайд, как? Убил. Хорош, смог. Убил шорт. Убил 10 хп. Хорош, Эрик. Убил. Все здесь стоит. Фак, я так бегаю, непонятно. Молодец. Вас бы игрок. Молодец. Найс. Банка есть. Он на сайте. Не, не успели. Дефа не было, да? Чё? И все, ласт лонг калаш. Убил шорт. Окно близко. Уф. Как же было красиво. Ай-яй-яй. Я был уверен в вас, ребят, вы чё? Еще один. Второй не знаю, я жду тебя. Вторая яма. Давай. На сайте. Найс. Убил КТ. Убил его. Еще один был. Я думаю, что это хорошая катка, чтобы закончить этот ролик. 360 Гц. Насколько это хорошо или плохо? Разницы прям очевидны, у меня никогда не было. Играя за демоником, но повторюсь, потому что у меня был уже 240. На данный момент у вас написан Элла, который у меня сейчас, и я думаю, что у нас есть куда стремиться. Спасибо большое каждому, кто посмотрел этот ролик. С тобой я, Шок. Спасибо за подписку. Пожалуйста, не забудь это сделать. А я тебе предлагаю посмотреть мои другие ролики, они у тебя
слева, а справа можешь нажать на аватарку и нажать на подписаться и на колокольчик, чтобы не опаздывать на ролики. Пока.